Люблю наш зоопарк. Летом картинка наряднее, а экзотариум считаю шедевром, изюминкой зоопарка. За 7 лет я его толком и не изучила, но по порядку. Сначала Сима. Сима. Не видно. Симы не видно. Раз Симы нет, то настал мой звездный час. Я покажу вам Бахта. Ранее вольер Симы занимал ягуар Бахт. Бакар и с ним играл, как Шерханом. Да чего скромничать? Макар играл и с ягуаром, и с тайгана. Смотри, он с тобой играет, давай. Играет. Бобчик. Сегодня мы видим сотни видеоматериалов, наблюдений, где хищники разных возрастов играют с детьми в зоопарках по всему миру. Ничего удивительного. Какая бы клетка золотая ни была, хищник не теряет свою дикость и природных инстинктов. Красные волки на месте. Ярослава тоже на месте. Привет, красота! Смотрит на меня. Красивая кошка, красивая. Вот ее подружки доедают за ней. Она уже утром покормлена. Отдыхает. Анфиса и Артур не вышли. Сидят у себя в домике. Но вот они зимой, не скажу какого года, мирно загорают на своих лежаках. Белые тигры на месте. Оба красуются. Причем они явно уже подружились. Проявляют друг к другу интерес. Вот он, красавец. Привет, привет. Привет. Привет, хороший. Боже, какой он большой. Не вмещается в объектив. Огромный. Огромный белый тигр. Надо пойти посмотреть еще пум сверху. Я в прошлый раз совершенно забыла про их вольер. Я даже не знала, что там этот вольер есть. А там еще весь проход, и сверху на пум можно смотреть. Это я вот обнаружила в предыдущий поход. Что увидела, что там люди ходят. Пойду гляну.
Вот я поднялась наверх. Видно тигра. Вот сейчас мы сюда пройдем. Это тут должны быть пумы. Вольер пум. Нет, не здесь. Вот здесь вот. Вот она. Смотрите. Как она сюда забирается и красуется. Привет. Привет. Еще тарахтит, как кошка. А он где? Тут еще. Хорошее настроение. Когда я в прошлый раз обнаружила этот вольер, была очень удивлена. Не тем, что вместо ягуаров пума, а тем, что отвесная скала для горных животных работает. Функционально. У меня от удивления и восхищения пропал дар речи. Вольер ягуаров. Здесь у нас живет пара. Это пума. Пума. Вон она как забралась высоко. Так. Куда-то перевели ягуаров. Вот там еще проход. Я даже не знаю, что там есть еще проход. Не играется, ты видишь? И печь мучкой. Играется. Ова. Я большой, я сильный. А, видишь? Я самый старший и самый главный. Я спрятался в домик. А здесь у нас белые львы. Львичка белая. Старенькие, наверное. Уже. Я поняла, что этот объект я совсем не знаю. Не видела всех животных. Надо будет обследовать его вдоль и поперек. Он такой замысловатый, с секретами и потайными теплыми домиками. Но это в следующий раз. Бегу к Шерхану. А по дороге, к сожалению, меня ждали не очень приятные новости. Вернее, не новости, а реалии. Мы можем отправиться назад. Но Шерхану лишает своего происка, конечно. Но не своими этими, я уже объясняла всем, я уже устала, я уже не буду связываться с блогерами, что чем больше мы думаем о нешумиху, тем хуже они делают Шерхан. Потому что если Шерхан вернется назад, то, ну, собственно говоря, тут недолго ему жить останется. Проще всего администрации зоопарка вернуть животных на место. Повторю еще раз, никаких конфискаций не было и не будет. Будут штрафы, будут предостережения. Судьба животных зависит от их хозяев. Как они решат, так и будет. К сожалению, на сегодня у меня все.